убью его. Он тебя убил, да. Ну хоть за тем. Один. Второй. Второй, да, он будет. Здорово, парни. В этом ролике хотел бы вам показать геймплей с винтовкой СВ-98. Это достаточно непопулярная винтовка в игре, потому что она какая-то средняя. Она не худшая, не самая худшая, не самая лучшая. Она вот какая-то средняя. Если брать, например, Мосинку как самую винтовку с вообще отсутствием полной эргономики. Эргономика нам нужна для чего? Чтобы у винтовки был быстрый АДС. АДС это... как можно быстрее у вас винтовка входит в прицел. То есть вы увидели врага, нажали прицелиться, и вот время прицеливания в оптику, вот эта вкладка, да, ваша, вот это от этого зависит, она зависит от эргономики. Вот мы берем винтовку мощь, тут эргономики 0. То есть вы будете миллионы лет прицеливаться во врага, он вас уже, скорее всего, убьет к этому моменту. С Мосина в ложе Архангел, тоже 13 эргономики, и вот у СВ-шки 28. То есть можно, конечно, не использовать глушитель, тогда будет 52. Но я рассматриваю все винтовки с глушителями, потому что это важно, чтобы вы не раскрывали ваше местоположение, да, когда стреляете. Значит, так, СВ-шка 28, Лобаевка 50, сборка на Ремингтон в ложе Pro 756, ну и топовая вот эта сборка на данный момент, у нее 59 эргономики. То есть плюс еще стоит лазер, можно, например, бахать квикскопами от бедра, потому что лазер дает точность при стрельбе от бедра. Ну, сегодня у нас ролик про СВ-шку. Если вдруг ролик понравится, можете поставить лайк, подписаться, если вдруг не подписаны. Ну и приятного просмотра. Ты в точку? Нет. А, вот он, я понял. Граната. Убил? Я в палатке где-то с тобой. Один ли он? Этот стрелял по тем типам. Типы на той стороне, через болото, слева от деревни, на выходе из деревни. Возможно, он убил там этого чувака, который там был. Вижу его, кажись. Да. Убил. Это тот белый, которого мы видели с тобой. Белый юсек. Если в доме какой-то засвет. Да, ходит в доме. В разрушенном доме. В самом дальнем? Нет. Хит. Артём, вы видишь вот в этом доме, который находится за церковью? Бил. А нам летит. Может, я стрельнул разочек, нет? Да, это может быть, да. Шатан, значит, не расстрельнул, как раз таки оно и прилетело, мне кажется. За церковью в доме был какой-то засвет, я не знаю, что это. Там свечка горит. А, свечка? Ладно, стрелял по свечке, всё нормально. Пойдёт. Свечку убило. Да. Нормально. Это ваншоты несколько раз прилетели, по идее. Перевёрнутая. Там его убил, что? Да. Смотреть, в принципе.
сторону смотришь, другую, да? В другую сторону, да. Mm-hmm. Блять, вот он. Убью, убью его. Он там уже? Да. Ну, ходит за тебя. А тебе что со звуками-то опять? Я прям в упор лоб в лоб вышел на типа, да? Девятый. Где эта мышь убежала? Два человека над ремянками. Дернулся челик. Да не дергайся, это но друг. Минус один. Второй. Второй должен быть. Ну, а с чем это стреляло? Это, по-моему, не Мосинка была, да? Этот был СВшка, да, что-то такое. Не глушеная, там вроде глушака 2 у нас только что было. А он точно не сдох, это не его друг убежал. Ты не лутал этих двоих, которых мы работали? Нет, нет. Че, к лесопилке? Там один из них твой, один из них мой, короче. Потому что у меня только два в этом рейде убито. А, ты своего полутал, да? Да, я бы янного убил. Ё-моё. Так и зац. Ник Буянов. Угу. Ну вот так говорите, что он не играет в свою игру. Он играет. О, сидит, сидит, сидит. Впереди ко мне, в кратере. Справа, а вижу. Минус один. Только ему. Кто с синим лазером? Он парень, по-моему, был. По-моему, кто-то на него светил синим лазером. Такое чувство из вас, не? Не, у меня выключен. Мне казалось, что он был. Просто не бежит. Вот я только прицелился, такой щелк. Американский снайпер мертв. Так, передо мной ходит один. Попал? Ты сука ж, какая меткая. Так, это калаш. У нас должен быть Ремингтон и... Что-то там еще бахало-то. Сиди. Вокруг лежит. Ага. А, так вот Ремингтон, ну типа, что это? А, ну, пилигримщик этого, что-то. А, ну да, вот же тут на насыпи труп-то лежит еще один. С него жетон они, скорее всего, сняли. А, четвертый уровень, это он есть. Да! Оба, справа меня убили. Понял. СВДшка глушенная. Никнейм скажешь? Да. Тентала. 11. Двое. Кобыхка, что ли? Да. Видимо, это с МЧС, с ЕСЕК пришли. А, вот. Куда работаешь? Да я смотрю, там труп просто лежит. По-моему. Бля, я не понимаю, то ли я убил лесника, то ли он, короче, я к нему выстрелил, он испугался и убежал. А у тебя только Ремингтон и все? Опа, сидит у меня на гриде челик. Двое, что ли, да? Пойдем на гриду. Пошли.
я по нему стрельнул, он убежал. Не готов был к такому. Я тоже на тропе. Не по тебе? Я по нему. А вот это камни труп. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё? Вы подходите? Да-да-да. Да, я двоих чё убил. Ты? Двое тут было. Блин, смотри, чем он был. Чё, у него башка такая... Кто на холме? Ну чё, на холме? Двое. На каком холме? Над лесником одного убил. На гранате. Убил. Все, давай тут минус. Ох, нежданчик был. Я думал, вы тут ходите. Не, мы вообще на другой стороне. Ты перебежал через дорогу. Yeah. Блин, какой кайф с 700-кой бегать после СВ-шки, капец. На СВД на ЮСИКе стрелял. Вижу. За трактор перебегает. За камень забежал. Да, о, меня убили. Еще один. Бля. Суицида? Я только легла. На суициде чел. Убил. Давай. Да, сидит со суицидом. Не чекало, что ли? Так, блин, я там столько времени, он даже не шевелился вообще ни разу. Я подошел на новую дорогу. Мэтт, ты видишь этого типа? Я на новую убил. Убил. А, убил, все? Да. Хрень. Аня сидит по соседству с чуваком. Так он, блин, я там сколько времени стреляю, он даже не двинулся ни разу. Ну, там это нычечка, да. Сейчас я тебя соберу. Что-то в ДБД ты не пробовал поиграть? Не, там чисто так зашел. Обучение, короче. Прошел, так сказать, все. Перед нами. Опять ботяра. Кстати, ему сейчас голову не регнуло. Да, я еще... Ты видел кровь на лбу у него? Да, я только хотел сказать, идет там бродилоп, что ли, терминатор бежит. Я... Блять, я труп, походу. Я на двух типов вышел в упор. Блять, одного так хорошо убил, второй меня. Пил, правее уже была мина, то есть он скорее всего... Я, блин, твою мать! Что? Ничего, блин. Съела сахар? Да. Как я узнал. Блин, а мне... Ты? Эсси, я... Я тебя вижу. Give up your pin! Keep them coming! Штаныч. Штаныч. Шо? Asshole!
плечо. Не попало. Спасибо. Спасибо. Зато по мне попало. Мастер бросков градата. Ари, сделала гадость довольная. И хочу, что мне говорит. Сразу настроение повышено. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.